Я никогда не пойму таких мужчин. Недавно я общалась с одним моим знакомым, и он спросил, что делаешь? Я отправляю фотографию, на которой делаю маникюр моему парню. И вместо того, чтобы промолчать, увести разговор в другое русло или хотя бы просто аккуратно спросить, вежливо. Пиздец, делаешь из мужика тёлку. Я смотрю на это сообщение и думаю, а ты когда у нас такой смелый стал? Ну и написала, слушай, если у тебя писюн отвалится от того, что ты ногти накрасишь, это уже твои приколдесы, у нас такого нет. И он так долго печатал. Мы уже все дизайны, мы уже покрытие закончить успели, а мы тогда его только начинали делать. Он все это время печатал и скидывает мне такое огромное сообщение. Высказал все свое мнение, которое мне вообще было неинтересно. Да ты просто не понимаешь, да не мужик он. Вот я, говорит, на стройке работаю, у меня руки рабочие, меня ни мужики не пойму, да я сам себя не пойму, если покрытие сделаю. Ауф! А я ему повторяю голосовым сообщением, если у тебя яйки от покрытия отвалятся, это проблема тебя и твоих стереотипов.